Всем привет! Хочу рассказать про защиту, в которой я езжу, потому что много девушек спрашивает, что делать, если у тебя есть грудь, но при этом ты хочешь гонять на мотоцикле и хочешь гонять в защите. На самом деле, вот решение, долго его искала, это защита Alpine Stars, женская, вот с такой вот незамысловатой формой. И что хочу сказать? Хочу сказать, что действительно, когда едешь, не сковывает движение, легкое, и ты ее надел и не чувствуешь. Просто, я думаю, девушки меня поймут, когда надеваешь мужскую защиту, он так все прижимается, и невозможно ни руки развести, ничего. Также у этой защиты очень продумана спина, можно снять верх и защиту шеи надеть. Мягкие плечи, мягкие локти, которые становятся жесткими. Ну и, собственно, при падениях отлично защищают, как и зимой, так и летом. Поэтому спасибо, Alpine Stars, что думаете о том, что девушки тоже хотят гонять.